То есть большинство людей живут в некой мифе. Мы как раз будем говорить о уровнях сознания человека на предстоящей с вами вот этой вот сценарий, который будет. Будем разбираться с уровнями сознания и дрофой. Какое отношение дрофа имеет к уровням сознания, как бы человека. Потому что это, ну, некая форма взаимодействия уровня сознания с окружающим, как бы, миром. То есть человеку нужна какая-то форма отношений с миром. Его сознание так устроено. И вот эта форма отношения является ключом к вот этой вот сущности человека, к его успехам, к его жизни, к его проявлениям в мире. И первый уровень сознания, он мифологический. И исторически он мифологический. Отсюда у нас амальгамность, мифологемность и так далее и тому подобное. Почему так? Вот если вы возьмете историю, то вы увидите, что вся история построена от мифов к современности. Вот тут сказки. Вот тут, то есть доисторический период характеризован мифологемами. А вот здесь у нас 21 век. Это как бы сознание завалено, ну, перевернуто и выстроено в линию. Понимаете, да? Точно такое же сознание у человека. Один в один. И когда мы говорим о мифологемности, мы говорим о том, что это первый уровень восприятия человека. То есть мифология, мифологемность — это то, с чем человек живет на определенном уровне. Весь обман построен на мифологемности. То есть обмануть можно только человека на этом уровне сознания. Понимаете? То есть или опустить его до этого уровня сознания. Понимаете? Весь обман построен, то есть, по сути, религия, вся вот эта вот штуковина, она построена на мифологемном уровне сознания. И если там пустота, то туда, вот знаете, пустой стакан, да? Туда можно наливать что? Все что угодно.